яркие выступления и творческие номера. Всю неделю артисты из молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» участвовали в организации фестиваля «Взмах крыла» и выступали перед зрителями. 6 коллективов-участников представили свои постановки на сцене театрального центра «Жаворонки» и поборолись за главный приз «Гран-при». В течение года к нам приезжают театральные коллективы со всей страны и из-за рубежья. Молодежные коллективы, которые, как правило, стихийно образовались, бывшие студенты театральных вузов, те, кто не имеет своего дома, своих площадок, но очень хотят творить. Они приезжают, показывают свои спектакли, разные, по жанру, по стилистике. И в течение года мы отбираем лучшие, порядка там 8-10 спектаклей. Именно эти театральные коллективы и пригласили на финальную неделю, чтобы члены жюри смогли выбрать победителя. В этом году спектаклем года стала постановка «Дорогая Елена Сергеевна». Молодые актеры приехали из Ярославля, и теперь у них есть возможность выступить на лучших площадках Одинцовского округа. Девятый открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» по традиции расширил географию участников и открыл новые таланты. А лучшие награды для творческих коллективов стали аплодисменты и признание зрителей. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».